Что вы чувствовали, когда играли? Я была счастлива. Будем. Поздравляю с новой работой. Понимаю, но что чувствовали внутри, в глубине? Вообще-то, было немного раздражения. Почему учебника нет? Он нам не нужен? Чтобы вы поняли, как иностранный язык может выразить нечто важное для вас. Если найдете предложение, которое тронет вас за душу, и сможете произнести его одна, в темноте, в своей комнате, от всей души, вам понравится. 죽는 날까지 하늘 우러러 한 점 부끄러움이 없기를 입새 이는 바람에도 나는 괴로워했다. 별을 노래하는 마음으로 모든 죽어가는 곳에 사랑이 나서 그리고 나한테 주어진 길을 걸어가야 해. 오늘 밤에도 별이 바람에 스쳐. Close doors, I'm a fool for your love.